почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Джордж Макдональд Фрейзер, английский писатель и сценарист, в 1969 году опубликовал свой первый роман из серии о Гарри Флэшмане. Со временем этот герой, ловелас, авантюрист, джентльмен проныра, завоевал сердца многих читателей в Европе и Америке. Сериал из 12 книг «Флэш по-королевски», «Флэшмен на острие удара», «Флэшмен под каблуком», «Флэшмен и ангел Господень» и другие стали культовыми. Отчасти благодаря экранизации роль Флэшмена в кино сыграл Малькольм МакДауэлл. А отчасти потому, что все исторические детали этих книг достоверны. Сюжеты увлекательны, а персонажи психологически точны. Время действия книжного сериала – вторая половина XIX века. Эпоха английских колониальных войн. По жанру это авантюрно-приключенческий, исторический роман с элементами легкой эротики. Поэтому читать рекомендовано с 18 лет. Ловеласа и хитрого вояку Гарри Флэшмана, героя не без упрека, ожидают невероятные приключения. Он участник англо-афганской войны, противник Отто фон Бисмарка, пленен русскими в Крымской войне. Затем, как специалист по восточным делам, отправлен в Индию как раз во время Великого мятежа. Еще он попадает в плен к апачам и станет свидетелем золотой лихорадки в Калифорнии. Бесконечные дуэли, сражения, предательства, обманы, перестрелки, подземелья, яды, побеги, засады, штурмы, множество прелестниц и сокрушительное количество врагов. Но Флэшмен сделает головокружительную карьеру и станет бригадным генералом армии Ее Величества Королевы Виктории. Автор «Игры престолов» Джордж Мартин признается, если вам не приходилось читать про Флэшмена, что ж, даже не знаю, стоит мне жалеть вас или завидовать, поскольку впереди вас ждет по-настоящему отличное чтение. Роман «Флэшмен и дракон» – восьмая книга в серии. Восьмой пакет записок нашего героя, оказавшегося втянутым в авантюру с доставкой опиума. 1860 год. Китай. Начало восстания тайпинов. Правление династии Цин. Записки Флэшмена, скандальные и циничные, обнажают сущность нашего героя, не совсем приятную. Но разве Остап Бендер, наш любимец, образец высокой нравственности и морали? Два качества, которые создают Гарри, это сочетание потрясающей удачливости и не менее потрясающей трусости. А еще он из любой ситуации выходит эффектно и гордо взирает на мир. Знает много языков и прекрасно держится в седле. Лицемерит, разбивает женские сердца, и еще он необыкновенно привлекателен. Дорогие слушатели, знакомьтесь, Фрейзер, Флэшмен и Дракон. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».